Мы зашли в кассу оперного театра, вот уже с 17 числа планируют начать выступление. На 17, 18 и 19 число можно приобрести билеты. Это пиво, да? Пиво? Вы зайти будем бутылочку купить. Какое? Выберем. А в этих что, наливка? А, настойка, да? Ага. Это на чем она? На травах настоит? На бренде. Спасибо. Так, оливье, домашний со сметаной, шуба. Цены не подняли. За 100 грамм 29 гривен. А, мама говорит, что было 27. Это на Фонтане было, по-моему, чуть дороже 29, да? Да, да, да. А здесь было 27. Блинчики с курицей, с мясом, с вишней, с сыром. Подливка к блинчикам. Варенье, сметанка. Изюмчик. А здесь уже переделали, раньше было ли. Они так и говорили, что будут закрываться на реконструкцию, да. Раньше здесь повара были, девочки. Так. Тоже все по 29 гривен за 100 грамм. Так. Свинина по-французски. Чайчик, набираешь себе кипяточка. Мама, вот берешь, а ты набираешь себе 2 кипяток? Да. А типа чай, да? Да. Сколько? Один только? Да, ну, чтобы... Мисочку. Помнишь это здание?
когда был здесь кинотеатр. Да. Что ты помнишь? Конечно, не помню. Билеты пропадали. Прям пропадали? На все сеансы ходили? Ну, не на все. Ну, вот еще стоял этот с гирями. А, с гирями стоял? С гирями, с жимом. Силач? Аттракцион? Да, да, удар этот. С мятой вкусная. Попробуй. А какой ты помнишь фильм? Какой тебе запомнился? Какой ты помнишь? Ну, в воспоминаниях у тебя не всплывает что-то? Пока нет. Я помню, что мы обходили всегда все кинотеатры, смотрели, какой сеанс будет пораньше и где какие фильмы, да? Где же один кинотеатр был возле другого, максимум возле другого. Разница полчаса была. Да, и мы ходили, там посмотрели, там посмотрели. А самое... Ничего, самое интересное было, это заходить в кинотеатр, а потом, когда выходишь, это он от травки этой чихает. От травки этой. Но у людей очень мало, практически никого нет. Всегда в это время, еще в выходной день, здесь все кипело и бурлило, да? Это мы имплант сделали, зашли. Сколько нас? 7 человек? И персонала всегда много было. А сейчас никого. Две девочки в кафешке. Но в Реберне много. В Реберне вот этой внизу много людей было, да? А вы не проходили, мы прошли. На улице, да, тоже потому что ну, здесь хорошо, более-менее прохладненько.
Здравствуйте. Здравствуйте. Могу поставить. Нет кого? Труженики моря. Он же конь в пальто, он же прекрасный макинтош. Конь пашет 25 часов в сутки, десятилетками, почти что почернел, но в Одессе он делает бульк, поэтому это позитив от автора семейной фамилии. Еще надо уметь читать картину? Не, я рассказываю, потому что тут это шоу. Вот. А если пуговицы в море, где-то должно быть пальто. А если пальто в море, то море в кармане. Он же Пегасен Макинтош, одевается Макинтош, чтобы крылья не замочить. Он же пожилой конь моря не портит, а тельняшку выдела любимая, потому что вечерами бывает приставного дела. А пыраспыратастра, что означает? Многие отвечают. Это через тернии к звездам по морю жизни с полным позитивом, шикарный вид от автора, подписывается тут на подарки, хочет. Вот это вот. А вы откуда сам? Yes. Как бы авторский позитив подписывается. Это трасса здоровья, если вы сидите. Да. Парки Шевченко. Да. До Аркадии. Там у нас спорт. Это Two Girls of Fortune. Family Pictures. Тут позитив, потому что трасса здоровья только в Одессе. Это столица юмора. Это Star Zero, безымянная звезда, а это гаджет встретил инвестицию, в будущее изобретение, финансирование. А на саммите присутствовали двое, у которых денег никогда нет. Это какой-то iPhone, у него все время фонит от того, что iPad 14 13 раз падал в багажник. У него сцепление нет. Да? Еще и философ. Фильмы в одном кадре, никто не снял. Он когда падал, кричал «Ай, падаю!» У этого от этого фонит еще больше. А американцам все слышно, поэтому iPad No. 5 вышел после пятого падения его с багажника, так если на трассе второй. Но переговоры все-таки прошли успешно, и три сверхсекретных, экологически чистых, зеленых, параллели Пипеда, English, Russia и Украина, они как прятали. Зеленый театр, прямо там дядышка. Не, ну это тут такое, что... Это враг хитер и коварен. Ее звали Аудит. Чего такое Аудит, вы знаете? Замком по морде была должность до Второй мировой войны. Заместитель командующий по морским делам. Аппаратуру оставил, пришел на работу. Отчаяние с запахом валерьянки, потому что не любил спиртного вообще никогда. А враг хитер и коварен постоянно. На копытах с востока, псы рыцари с запада. Ужас! Но тут антистресс от автора, семейный формат, тут все. А когда спрашивают, почему я от березы, я говорю, я 20 лет, у ясеня спрашивают, почему одесские картины. Ясень говорит, что он береза, испадается на запад, поэтому чайный выходит. А визитку, скорее всего, ставил Джон Маклейн, потому что экспертиза показала очень ценный адрес. У вас картина с очень глубоким смыслом.